Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна, и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Внутренний мир владельца этого имени очень скрываемый, но слишком богатый, поэтому не стоит думать, что молчание означает недоразвитость. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.